Признать действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия противоправными. Такое решение принял окружной административный суд Киева, удовлетворив иск оппозиционного блока. Об этом сообщил народный депутат Вадим Новинский. Речь идет о принятии парламентом в январе законопроекта о внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных организаций. В частности, документ предусматривал переименование УПЦ в Русскую Православную Церковь в Украине. По словам нардепа, его коллеги не учли ни конституционные нормы, ни мнения прихожан, не позиции самой церкви. Суд решил, что во время принятия нормы был нарушен регламент, в частности, когда законопроект был поставлен на повторное голосование. Теперь у спикера Верховной Рады есть 30 дней на обжалование решения суда. Окружний адміністративний суд, дослідивши матеріали справи, дослідивши доводи позивача по справі третьої особи, дослідивши відеоматеріали по неперсональному голосуванню депутатами, якраз і встановив те, що головою Верховної Ради була допущена ця протиправна бездіяльність в тих межах, де він мав реагувати відповідно до регламенту, і були вчинені протиправні дії там, де голова Верховної Ради мав відповідно до регламенту інакше забезпечити розгляд процедури.